Как кормят учеников Чебоксарской школы номер один, проверили родители и представители столичной администрации. Первое, второе и компот родители попробовали сами. Затем изучили оборудование и состав продуктов, из которых школьникам готовят завтраки и обеды. Молочную продукцию мы проверяли сейчас. Здесь молоко используется, сроки хранения всего 5 суток. Если мы видим в магазине, что там месяц, год может храниться, то здесь продукция используется наша, Чувашской республики. Есть для каждого вида блюда отдельные холодильники. Это очень большой плюс, то есть соответствие товарному соседству. Ежедневно в школе питаются около 1000 учеников. Помимо обязательного меню, есть блюда на выбор. Например, любят борщ, щи любят, котлеты рыбные любят у нас очень дети. В последний год при таких проверках серьезных нарушений родители не выявляли. Но так было не всегда. На начальном этапе, когда родительская общественность у нас включилась, в 2015-2016 году, да, были замечания, в частности, по весу некоторых блюд, они были, соответственно, увеличены, а были некоторые замены по тем или иным блюдам. В этот раз обедом за 46 рублей родители остались довольны. Стоимость питания в чебоксарских школах не повышали уже несколько лет.